Доброе утро. 5 сегодняшних ответов. Я беременна и с 1 июня вынуждена выйти на работу. Есть переживания. Подскажите, пожалуйста, в какой форме протекает болезнь беременна? Действительно, в организме беременных происходят определенные изменения. По-иному работает иммунная система, отвечает на инфекции. И всегда при возникновении пневмонии, острых вирусных инфекций, по-другому, иначе осуществляются дыхательные движения, диафрагма двигается, перемещается, дышит иначе. Но за беременными пациентками особое внимание, их наблюдают не только врачи-инфекционисты, но и врачи-акушеры-гинекологи, когда они попадают в стационар. У большинства беременных инфекция коронавирусная протекает в легкой форме, но в тех случаях, когда пневмония имеет среднетяжелое или тяжелое лечение, пациентки попадают в том числе в реанимацию, и используется кислородотерапия, и искусственная вентиляция легких. Поэтому берегите себя, ограничивайте контакты, старайтесь сделать так, чтобы вы не заболели. Но если заболеете, вам обязательно в ЮГЭ помогут. Полагаются ли дополнительные выплаты за работу с коронавирусными пациентами тем сотрудникам поликлиник, скорой помощи, которые работают не на спецбригадах, но попали на вызов и работают с пациентами с острой вирусной инфекцией, которые потом госпитализировали, у них подтвердился коронавирус. Значит, в этой ситуации риск заражения для медицинского работника есть, и, как правило, проводится эпидемиологическое расследование. Если все правила защиты сотрудника были соблюдены, то никакие ограничительные мероприятия не проводятся. Но если прием пациента, его осмотр проводился без использования средств индивидуальной защиты, то, как правило, возникает необходимость изоляции карантинных мероприятий. В этом случае выплаты полагаются только тем бригадам врачей, бригадам скорой медицинской помощи, сотрудникам амбулаторных подразделений больниц, которые работают в специально выделенных бригадах. Режим самоизоляции продлили до 15 июня, когда начнут работать стоматологи. Абсурд, платные стоматологии работают, бюджетные нет. В чем логика? И государственные, и частные медицинские стоматологические организации сегодня могут оказывать только неотложную помощь и экстренную. Тогда, когда ее отложить возможности нет. Мы вместе с стоматологическим сообществом, с ассоциацией стоматологов ЮГРЫ очень внимательно анализируем ситуацию и ищем момент, когда и как безопасно и для пациентов, и для врачей можно будет эти ограничения сделать меньшими, не такими жесткими, как они сейчас. Везде отчитались, что в округе открылись лаборатории по тестированию на коронавирус. Почему люди ждут результата по 10 и более дней? Сегодня возникает задержка с теми анализами у тех, кто болеет и нуждается в выздоровлении в получении дополнительных двух отрицательных результатов, потому что от пациентов, от больных по-прежнему лабораторные исследования выполняются только в двух лабораториях: служба Роспотребнадзора в Нижневартовске и в Ханты-Мансийске. Мы сейчас ищем решение вместе с службой Роспотребнадзора, как увеличить число лабораторий, использовать лаборатории медицинских организаций не только для выполнения тестов от здоровых, но и для исследования в них материала от больных пациентов. Это тоже значительно ускорит выполнение исследований. Но, еще раз скажу, сегодня более 3-3,5 тысяч, а с учетом лаборатории Роспотребнадзора, более 4 тысяч исследований ежедневно в ЮГРЭ выполняется. Напомню, мы начинали с цифры, которая была в 3-4 раза меньше. И пятый вопрос. Скажите, пожалуйста, будут ли у нас тесты на антитела, как делают в Москве? У нас первые тесты для исследования иммунитета, выявления антител появились. В ближайшие 10 дней их появится значительно больше. Но эти тесты, они необходимы в первую очередь для оценки состояния иммунитета, коллективного иммунитета. Поэтому как использовать их, как их правильно использовать для каждого конкретного пациента, например, в приемном отделении или на амбулаторном приеме, такие решения нам еще предстоит принять. И я думаю, эти исследования, эти результаты тоже помогут лечить быстрее, точнее и правильнее. Будьте здоровы, берегите себя. Хорошей вам трудовой недели.